Несмотря на принимаемые профилактические меры, обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Краснодарском крае остается напряженной. По данным управления ГИБДД, за 7 месяцев текущего года в крае зарегистрировано 525 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибли 27 детей и 572 получили ранения. Больше половины дорожных аварий с участием несовершеннолетних произошли с детьми и пассажирами. На территории Славянского района за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 16 ДТП с участием детей, в которых 18 подростков получили ранения различной степени тяжести. С целью обеспечения безопасности детей в преддверии начала нового учебного года с 19 августа по 16 сентября проводится третий этап профилактической акции «Внимание, дети». В период проведения операции особое внимание сотрудников ДПС будет нацелено на проверку безопасности перевозки детей, а также несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта. Госавтоинспекция рекомендует родителям учеников начальной школы до начала учебного года несколько раз пройти с ребенком путь до школы и обратно. При этом обратить внимание детей на возможные изменения в организации дорожного движения и места перехода проезжей части. Помимо соблюдения всех норм и правил дорожного движения, проявите дополнительную осторожность вблизи учебных учреждений, снижайте скорость до минимума.